Как настроение? Привет. Хорошо. Как настроение? Все отлично. Клубнику едем есть? Да, если она там, если она есть там. Ну да. Надеюсь, есть. Клубничку хочешь, Ань? Да. А ты думаешь, там клубничка есть? Не знаю. Не знаешь? Вот такая. А такая нет. Ясно. Выбрались покататься на великах. Понравились вот эти вот цветочки. Сейчас я покажу, они сзади меня. Может быть, уже созрела клубника, а может быть и нет. По коням! Ты готова задавать вопросы? Алло! Алло, я тут. Так. Ты пишешь, Свет? Ангелина, ты можешь самой себе привет передать и увидеть это в видео на моем канале. Ладно, передаю себе привет. Самой себе привет передаешь. Ангелина передает привет кому? Себе, своей маме, своей сестре Тане, которой я тоже это видео покажу. Думаю, она удивится сильно. Ясно. Вот, сейчас мы практически в прямом эфире. Я разговариваю с своей подписчицей Ангелиной Кот, которая ставит нам лайки, комментирует. И вообще очень постоянный, активный зритель. Ясно. Так ты спрашиваешь, какую камеру выбрать для себя, либо просто интересуешься, какой камерой я пользуюсь. Я пользуюсь любыми камерами, какие попадаются под руки, хоть мыльницей, хоть зеркальным фотоаппаратом. Ясно. Как у зайца. Не надо бояться ничего, не надо стесняться, Ангелина. Нужно быть спокойнее в этих отношениях, как бы, да? Мы обычные люди, также кушаем, также гуляем, дышим воздухом, имеем такие же жизненные какие-то приоритеты, либо планы жизненные. Мы ничем не отличаемся абсолютно, то есть мы обычные люди. Не нужно бояться, не нужно каких-то таких испытывать чрезмерных эмоций. В общем, отвечая на твой вопрос, на данный момент у меня, к сожалению, связь прервалась, но мы на этот вопрос ответим Ангелине в нашем видео. Я использую камеру EOS 5D, Canon EOS 5D Mark III, ну и, естественно, объективы, разные объективы, 50-миллиметровые, 24-70, 16-35, всевозможные объективы, естественно, профессиональной линейки. Также я использую Nikon D700, также оптика к нему, естественно, родная, я не использую сторонних производителей. И я использую камеру сейчас, в данный момент, это CJCAM M10+, это китайская экшн-камера, вполне нормальная. На данный момент она меня снимает, и вы меня можете видеть. Так вот, отвечая на твой вопрос, Ангелина, расширенно, да, еще есть у меня камера мыльница, сейчас ее нет с собой, она дома осталась. Это камера Sony CyberShot, название, если я не ошибаюсь, DSC VX5, по-моему. Ну, я могу потом под видео, о, это Ангелина. Итак, Ангелина, продолжаем разговор, да? Ага. Ага. Я как раз видео сейчас комментировал, называл модели своих камер, которые я использую. Сейчас я телефон поближе к камере поднесу, чтобы тебя было слышно. Итак, продолжаем нашу дискуссию, наши вопросы. Я
сколько мне лет, столько не живут. Ну, если ты была на моей страничке ВКонтакте, то там указан возраст приблизительный. Ты обратила внимание, сколько? Нет, я просто нашла ваш номер и сразу... Решила позвонить? Ясно, ясно. Ну так вот, ВКонтакте можно прочитать, можно узнать и день моего рождения. И я скажу честно, узнать только приблизительный мой возраст. Почему? Потому что я сам не знаю точный свой возраст. Потому что биологический мой возраст один, по паспорту возраст другой. Чувствую я себя на третий возраст. Поэтому вот такие вот, да, такие дела. Могу сказать, что моя супруга младше меня на 10 лет. А моему ребенку будет 12 в августе. Правильно, Анна? Да. Давай привет передадим Ангелине. Привет. Ну, помаши ей ручкой. Вот так вот. А какие еще вопросы, Ангелина? Ну, хочу спросить, какая у вас там сейчас погода? Потому что вот у меня дождь. Дождь? Ой. Да. Дождь — это плохо. Ну, у нас солнечная погода. Свет, покажи панорамку. Вот такая у нас солнечная погода, но тучка все-таки идет, тучка идет. Хотя светит солнце, время сейчас у нас в Ульяновске доходит 15 минут восьмого. 15 минут восьмого. А у меня сейчас вот 6 часов. 6 часов, вот видишь, такая разница. А в каком городе ты живешь? Ну, я живу даже не в городе, я живу в поселке Навля. Это поселок городского типа. Поселок Навля. Это здорово. А где это находится? Это в Брянской области. Ой, потрясающе. Брянские леса, да, слышал. Здорово. Да, да. Классно, классно. Еще вопросы? Ой, ну даже не знаю. Ну, например, вот какой у вас любимый писатель? Любимый писатель. Ты знаешь, я совершенно недавно задумывался об этом. Разные есть. Киосаки нравится. Нравится Жюль Верн. Нравится Владимир Кунин нравится. Многие нравятся. Я не так много читаю, не так много книг прочитал. Но то, что я читаю, мне нравится. Я очень серьезно подхожу к выбору. И книг, и писателей. Фантастику. Ясно. Да. Герберт Уэллс? Ну, вот мне нравится «Стас Востока». Ага. Ясно. Что же еще вам задать? Вот, например, какие картины у вас любимые? Картины? Живопись? Да. Ой, мне очень нравится Айвазовский, практически весь. Все его картины о море, о кораблях очень нравятся. А вот у меня дома есть дедушка картину нарисовал тоже, море, чайки. У меня дома есть такая картина. Здорово, здорово. Ты тоже творческий человек? Да, я тоже. Но я не сказала бы то, что я вот прям классно рисую. Ну, вроде нормально, но тоже не так, не очень. Да, мой ребенок хочет сказать, она тоже очень любит рисовать. Скажешь в камеру? Да. Да, скажи что-нибудь в камеру. Я тоже, ну, не очень-то хорошо рисую. Но очень люблю это делать. Да, все очень... получается. Пытаюсь рисовать людей, особенно девушек. Ну, глаза, конечно, не очень получаются, но все равно красиво. Молодец. Так, еще вопросы есть? Ага. А как ваша дочь учится? Как моя дочь учится? Она тоже хорошистка. Скажи что-нибудь. Да. Она застеснялась. Она очень застенчивая от природы девушка. Я тебе скажу честно, мое детство протекало примерно таким же образом. То есть я любил рисовать, я ходил в школу искусств. Ну, и я был очень застенчивым. Я был самый стеснительный мальчик в классе. Ты можешь не поверить. Я не мог двух слов связать с незнакомыми людьми. Я времени не мог спросить, сколько у незнакомого человека. Вот можешь поверить? Не могу. Не можешь, потому что я очень сильно изменился.
уже в конце школьного обучения я очень сильно изменился. Это был титанический труд. Я работал над собой очень серьезно. На врача, это здорово. Да, а пацаны какого, не знаю. Я бы тебе порекомендовал учиться на зуботехника. Это всегда хороший заработок. Люди всегда кушают, и у людей всегда портятся зубки. Вот. Да, но еще тебя будут бояться люди, так же все. Шире улыбайся. Бояться люди не будут, моя супруга рекомендует шире улыбаться. Сейчас я ее сниму. Шире улыбайся, да? Да, нет, правда. Я так сейчас вообще счастлива, то, что с вами вот сейчас разговариваю по Ютубу, вот я потом посмотрю. Да, обязательно. Сегодня-завтра, ну, сегодня, возможно, не успею смонтировать, но завтра ты точно выложу это видео. А, хорошо. Тучка надвигается, смотри-ка. Да, тучка надвигается, Ангелина, нам нужно потихонечку доехать наконец-то до деревни. Вот, мы сейчас на велосипедах движемся в сторону поселка Архангельское. У нас здесь родственники живут. Я вот сейчас сниму так панорамку. Да, мы сейчас на улице, мы ехали на велосипедах. Вот, почему я не сразу ответил, у меня в рюкзаке был телефон. Ясно, ясно. Но видишь, ищущий человек всегда найдет. А современные люди очень много следят в интернет, их очень легко вычислить, найти, позвонить и пообщаться вживую. Мне тоже на самом деле очень приятно. Я тебе скажу на будущее, кому бы ты ни звонила, начинай с того, что ты представляешься и говоришь, кто ты. И человек сразу же будет с тобой разговаривать. Почему? Потому что ему будет приятно, кто это. Он сразу поймет, с кем он разговаривает, как этого человека зовут и так далее. Это просто из моих наблюдений, из опыта. На каком велосипеде я катаюсь? Вот сейчас супруга держит мой велосипед. Вот мой велосипед, вот его название. Да. Вот мой велосипед. Вот так вот он выглядит. А ты это увидишь, посмотрев видео. Сюрпризом будет. Да, будет сюрпризом. Я тебе скажу, что наши велосипеды, они путешествуют с нами. Они приехали из Швеции, из Стокгольма вместе, наши велосипеды. Наши с супругой. А велосипед Анны нам пришлось покупать здесь, потому что как раз у нее был переходный момент, когда она меняла велосипед детский на велосипед взрослый. Она ездит на взрослом велосипеде сейчас у нас. Вот такие вот дела. Я вам не помешала? Нет, абсолютно. Ничего страшного. Остановились, попили водички, приятно пообщались. Ну и ты задала тему сегодняшнего влога. Ты молодец. Тебе спасибо. У меня вот сейчас все, я прям на радости. Я сейчас расписала, скажу, что меня по-любому покажут. Конечно. И тебя увидят по меньшей мере, я так думаю, практически все мои подписчики. Даже, наверное, тот динозавр, который до сих пор помнит, как у нас, ну, как был стрим, и я рассказывала, как шурму ела, он... Конечно, конечно. Я тебе скажу больше. Мы очень часто будем проводить вот такие вот созвоны, может быть, по скайпу, чтобы не тратить деньги. Вот. Для того, чтобы мои подписчики могли задавать вопросы в прямом эфире, видеть меня. Возможно, это будет видео с вебкой. Возможно, это будет именно связь по скайпу и запись на камеру. Ну, мы это решим. Технически возможностей море всяких всевозможных. Вот. Да, но сейчас на данный момент у меня, ну как, вот у нас ноутбук есть, он общий, то есть его используют и мой папа, и моя мама, и я использую. Но сейчас он в ремонте, потому что как-то мама его включала, а он что-то не включился. И сейчас он в ремонте находится на данный момент. Понятно. Но в телефоне-то есть у тебя же и камера наверняка, и скайп? На телефоне? Да. А,
камера используется. Угу. Ну, также ты можешь мой телефон записать в Viber. Viber, знаешь, приложение такое? А, да, что-то слышала. Да. Ну вот в Viber можно написать сообщение, я его получу, запишу твой номер. Угу. Вот так. Ну что, спасибо тебе большое за звонок, мы поедем. Солнышко у нас уже скрывается. Я опасаюсь, как бы мои девчонки не намокли, если вдруг тоже дождик придет к нам из Брянской области. Ну, удачи вам. Это вам спасибо, то, что вы на мой звонок ответили, то, что я вот ваш голос услышала еще раз. Потому что в телефоне у меня интернет особо, ну, как бы даже на YouTube не заходит, а сразу починят уже нормально с интернетом. Определенно, определенно. Да. Вот. Ну да. Сейчас я как бы в шлеме и в очках, но я думаю, ты сможешь меня узнать по моей бороде и по моей улыбке. Вот. Мы тебе подбегиваем, желаем всего хорошего. И самое главное, никогда не стесняйся. Хорошо, спасибо. Удачной и приятной вам дороги. Спасибо большое. Спасибо. Пока-пока. Пока. Мы добрались до деревни, жрем клубнику, отдыхаем и собираемся в обратный путь в город. Скоро поедем. Закат, тишина. Девчонки утеплились, потому что прохладно стало. Остановились снять вот такой закат. И я на фоне заката. Не забыть купить прозрачные очки, потому что попадаются мухи в глаза. Мошки, комарешки. Да, нужны прозрачные очки обязательно. На вечер. Потому что в солнечных очках уже видно плоховастенько.